Если я не могу поменять движение, я, например, попадаю в щит, звонить в полицию, который там до работы. А так я взял и перешел сюда на нормальную связь. То есть там, допустим, я показываю, можно бить, а можно намеренно сделать. Да? То есть главное, мой объем и сделал. Намеренно, то я возьму и сделал. Да. То есть важно уметь сюда переходить на захват. Я иду делать зоне РПС на держание. А с захвата раздержания мы с тобой боремся. Два пассивна, я взял захват. Далее взял держание, и он взял захват такой. Он на рубиняке держит. Он думает, что борец активист сейчас в запас. Он думает, что будет, как он будет опираться на захват. Он будет содержать на захват. Он знает, что я не только борец. А теперь не сомневается. Я вот в такой момент сюда захват, ему сразу врезать. Теперь я ему ему третий стол, а готовы ему делать. Мне не нужно время на подготовку. Я не помню, мы им час на обвинку. Я один. Я на захват. Что я один на одержание? Это захват, на самом деле. Видите, это захват. Что ты одержание? Это захват. И захват я был на одержание. Чего уровень? Сразу на жар. Переходит он, да. Здесь был уже опять на узел. Ладно тебе, где? Хапайте. Сюда на захват, захват, сюда это должно быть постоянное такое воздействие. То есть вы оказываете удар, он защищается, он сам. Переходите на захват. Пройдите на ухо. Сейчас захват. Вы я подсаживаю его опору. Чувствуете? Садим на упора. Вот. Видишь. Он принимает решение, например, что-то сделать. Он сорвался дверь, это что делать? Да, я буду продолжать опять туда. Я будем пока чего делаем будем. И да, массаж в конце обязательно.